Всех приветствую на своем канале Инфа-Мати-Инфам, и с вами Лена. Дорогие мои подписчики, в общем-то, хотела вам рассказать немножко о своих новостях, чтобы вы не удивлялись, почему меня так долго нет. Но дело в том, что у нас был шторм, и каким-то образом это задело мой компьютер, произошло какое-то замыкание, и мой компьютер больше не включается. На данный момент он находится в ремонте. На следующей неделе я узнаю, будут ли они его ремонтировать, или все-таки мне надо будет купить новый. А пока выставила вам наших белок, чтобы вы могли полюбоваться мохнатыми чудиками и, конечно же, узнать о том, почему меня нет. У меня не будет возможности вам ни видео выставлять и даже ничего не написать на своем блоге. Я нахожусь не на своем компьютере. Хотела вам просто быстренько сказать, почему меня в ближайшее время не будет. И надеюсь, что вы все-таки наберетесь терпения и дождетесь следующих моих видео. Ну и пару слов о наших белках. Живут они у нас во дворе, приходят к нам на каждый завтрак точно, иногда и в обед. И мы, конечно же, ими любуемся, поэтому они точно спасли мой день, потому что у меня настроение действительно было просто на нуле. А вот на них посмотришь, и сразу настроение поднимается. Я надеюсь, что и у вас оно поднимется. Приходят они к нам не только летом, а также и осенью, и зимой они действительно здесь живут. Вы на экране видите только одну белку, вторая спряталась в листве, но их двое, и очень забавно за ними наблюдать, когда они друг за другом дружкой бегают и, в общем-то, играются. Большое вам спасибо за внимание, я в большой надежде, что все-таки я скоро смогу вам выставить видео, говорю вам. До следующего видео. Всем пока!